У Муроме снова выберут лучшего учителя. Сегодня стартовал 29-й окружной конкурс «Педагог года 2019». За это звание будут бороться 28 представителей муромских школ и детских садов. Впервые участниками стали классные руководители. Первый этап – защита концепции. В сюжете Анастасии Беловой. Как сделать урок интересным? Об этом рассказывает учитель истории лицея номер один Евгения Гусева, применяя аналогию с правильным питанием. Ее методическая концепция посвящена игровым методам преподавания. Довольно трудно каждому человеку заставить себя правильно питаться, потому что то, что нам предлагает рынок, не всегда смотрибельно. Но для того, чтобы сделать это вкусным, нам нужно просто сделать другой формат. Например, сварить, добавить каких-то цветных овощей или сделать смузи. Также в педагогике сложные вещи ребенок сразу воспринимать не будет, потому что это сухо и неинтересно. А вот если те же самые факты исторические сделать в другом формате, то это будет интересно ему, он захочет это принять. Евгений работает в школе уже 7 лет. В конкурсе участвует в первый раз. Наверное, каждый учитель в какое-то время приходит к тому, чтобы показать и поделиться своим опытом с другими педагогами. Несмотря на небольшой стаж своей педагогической деятельности, он всего лишь 7 лет, наверное, у меня есть те интересные методы и формы, которые я уже была готова показать другим педагогам. Главное для того, чтобы они тоже могли им на своих уроках пользоваться. Юлия Соколова преподает иностранный язык в 4-й школе. Параллельно с работой Юлия учится в аспирантуре и пишет диссертацию. Ее тема созвучна с концепцией, которую педагог защищает сегодня. Основная идея в том, что при изучении языка важно уделять внимание и культуре страны. Мультикультурные компетенции формируются на начальном этапе обучения средствами художественной деятельности. Мы изучаем образцы и нормы поведения страны изучаемого языка, используя виртуальные экскурсии, общение в международных социальных сетях. И благодаря социальному партнерству с МИВЛГУ мы с ребятами ведем диалоги со студентами, с англоязычными студентами. Всего 28 специалистов борются за звание «Педагог года 2019». В трех номинациях свое мастерство будут демонстрировать 7 учителей, новшества – 10 классных руководителей и 11 воспитателей. Участники проведут мастер-классы, уроки в незнакомых классах, родительские собрания и классные часы. Итоги окружного конкурса подведут в конце недели на праздничном мероприятии. Анастасия Белова, Илья Облетов, Новости Муром.